G. Stephanopoulos? Yeah, yeah, this one goes across the street. I must have given him yours. Oh, bonehead, bonehead! Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks? Yeah, it sounds about right. Was he wearing a stunning blue suit? And a power tie? No, pretty much just a towel. Oh, God. Oh. Wait, so you guys want me to take this back? What, are you nuts? We've got George Stephanopoulos' pizza! Did you say G. Stephanopoulos? Ты сказал G. Stephanopoulos? Yeah, yeah, this one goes across the street. I must have given him yours. Yeah, this one goes across the street. I must have given him yours. Это one у нас пицца, у нас исчисляемыми, да, считается у нас. Может пользоваться с неисчисляемыми существительными, мы не можем one использовать. Это должна была идти через улицу. I must have given him yours говорит о прошедшем времени, его, так скажем, упущенную возможность, что он мог не дать ему пиццу, но он все-таки ее отдал, поэтому он обязан здесь выражать через конструкцию have and given, да. Have, auxiliary verb и given третья форма глагола past participle. Must у нас здесь выражает, то есть, определенную уверенность. Если он сказал I might have given him yours, тогда бы было я, вероятно, отдал ему вашу, но, соответственно, он так не может сказать, потому что он однозначно здесь уверен. И хорошая такая конструкция, да, тут всегда в прошедшем времени он может использоваться I could have given, I might have given yours, он, соответственно, заменяет вашу пиццу. Здесь он ставит yours, потому что он убрал слово пицца. Если было бы пицца, тогда было бы your pizza. Поскольку пицца здесь нет, он тогда указывает, что ваша просто yours. И рассмотрим примеры видео, когда используется конструкция I must have given. I must have left it at home. I must have forgot my wallet in my other car. I was driving a white van and I must have lost control because I crashed into a lake and then I must have given you the wrong number. И обратите внимание, когда лично в своей практике я, когда общаюсь с неносителями, я практически не слышу, что они вот эту конструкцию используют. Слышал, когда ее использует один мексиканец, но он 10 лет язык изучает. Он вообще фанат сериалов. Да, он фанат сериалов. А так, если вот услышишь, когда конструкцию используют, это вообще так приятно сразу. Когда человек общается, все равно видно, какую он лексику использует, какие грамматические конструкции. Примерно можешь определить уровень знания языка. И вот когда видишь, что кто-то использует вот такие конструкции, идиомы, фразовые глаголы, и он не носитель, ты такой думаешь, ничего, мужик молодец, знаешь язык. Вот. А так они, конечно, вообще сокращают. I must have given. Have они сокращают просто в I must have given, I could have given, или вообще I must, I could, как бы они так говорят. A bonehead, bonehead! A bonehead, bonehead. Костяная голова, bone, кость, head, голова, с виду тупица. Bonehead, stupid person. Numbskull еще numb, а немевший череп, синоним. Едем дальше. Bonehead. Тупица. Наш пример, вот словосочетание bonehead action, безрассудный поступок. Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks? Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks? Подожди, был это небольшой, невысокого роста, да, средиземноморский. Mediterranean Sea, у нас есть Средиземное море. Парень с любопытно, удивительно, intelligent, нас образованный, интеллигентный. Good looks, вот обратите внимание, хоть и в множественном числе у нас это существительное, привлекательная внешность. Подождите, был невысокого роста средиземноморский парень с удивительно образованным внешностью. Good looks, видите, только множественное. Visual attractiveness, визуальная привлекательность, именно физические черты лица, вот good looking, это прилагательное, привлекательная женщина, вот physically attractive, это все синоним, hot, sexy, все fine looking может использоваться, good looks. Good looks. Вот особенно привлекательная appearance, внешне, his boyish good looks, его мальчишеская привлекательность, черты лица, boyish прилагательное, word hunt. Красота, миловидность. Поехали дальше. Однако не перепутайте с look good. У нас было good looks, а тут наоборот look good.
Здесь не физическая привлекательность, а вообще в целом хорошо выглядеть. The new paint looks good. Nice job. Новая краска выглядит хорошо. Хорошая работа. You look good today. Is that a new haircut? Ты хорошо выглядишь сегодня. Это твоя новая прическа? Yeah, it sounds about right. Yeah, it sounds about right. Да, звучит правильно. Это похоже на правду. Вот примеры, синонимы. It seems to be true. Кому интересно, можете посмотреть. Двигаемся дальше. Jim, that sounds about right. We were expecting that. Yeah, that sounds about right. That sounds about right. Was he wearing a stunning blue suit and a power tie? Was he wearing a stunning blue suit and a power tie? Был он носящим stunning, потрясающий синий костюм. Он на нем был, да? Stunning прилагательное, такой ошеломительный, великолепный. Костюм и power tie у нас властный галстук. Как правило, это ярко-красного цвета, который люди носят в политике или в бизнесе. Ну вот у нас примеры. Power tie. Трамп. No, pretty much just a towel. То есть практически полностью в значительной степени только полотенце. Ну то есть на нем не было ни костюма, ни властного галстука. Почти только полотенце. Pretty much, near, well. Взаимозаменяемые, almost completely, почти полностью, да, что-то. One dog looks pretty much like another to me. Одна собака выглядит практически как другая для меня. He goes out pretty well every night. Он выходит практически каждую ночь. Pretty much, словосочетание. Ладно, идем дальше. Since we're pretty much like family, who won the third fight? Bomb capable of destroying pretty much everything in about 13 seconds. I mean, unless you have some big fat man driving some big fat car telling you what to do, you can pretty much run the show for yourself. This is pretty much the worst video ever made. I mean, you're pretty much the only guy I've ever been with. Oh, God. Oh. So you guys want me to take this back? You want me to take this back? Хотите, чтобы я take something back, забрал это назад? What are you nuts? We've got George Stephanopoulos's pizza! What are you nuts? Ты чокнутый, да, nuts у нас здесь передает, а сумасшедший. We've got George Stephanopoulos's pizza. Have got, то есть иметь есть у нас пицца Джорджа Стефанополоса. You're nuts, you're crazy. Ну все, в принципе, просто. Are you nuts or what? Сумасшедший, пятивший. Ладно. Идем дальше. You are nuts. No way. And stay away from Ray. The guy's gone nuts. Not really a nut person. I just thought the guy was fucking nuts, you know? Wait. Did you say G. Stephanopoulos? Yeah, this one goes across the street. I must have given him yours. Oh, bonehead. Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks? Yeah, it sounds about right. Was he wearing a stunning blue suit and a power tie? No, pretty much just a towel. Oh God. Wait, so you guys want me to take this back? What, are you nuts? We've got George Stephanopoulos's pizza! Babes? Yeah. Who's George Snuffleupagus? That's Big Bird's friend. I see pizza! Oh, I want to see. Let me see. Hello? Who are we spying on? You know the White House advisor? Clinton's campaign guy? The one with the great hair, sexy smile, really cute butt. Oh, him, the little guy. Oh, I love him. Oh, wait, I see a woman. Tell me it's his mother. Definitely not his mother. Oh, no. Oh, wait, she's walking across the floor. She's walking. She's going for the pizza. Hey, that's not for you, bitch! Babes? Yeah. Who's George Snuffleupagus? Кто Джордж Стефанополос? Кто такой? That's Big Bird's friend. Отсылка к чему-то. Не вдавался. I see pizza! Я вижу пиццу. Oh, I wanna see. Let me see. Я хочу посмотреть. Позволь мне. Hello, who are we spying on? Hello, who are we spying on? Hello в данном случае как используется как способ привлечения внимания
Еще это говорят, когда кто-то что-то делает, вам кажется тупым, или кто-то сказал что-то тупое, но вроде здесь никто ничего такого тупого не делал. Поэтому как способ привлечения внимания. Spying on — это шпионить за кем-либо. Hello. А также вот по телефону, когда разговариваешь, hello — это алло, я так понимаю. Вот something that is said to attract someone's attention. Что-то, что говорят, чтобы привлечь чьё-либо внимание. The front door was open, so she walked inside and called out, hello, is there anybody in? Передняя дверь была открыта, так что она вошла внутрь и крикнула, hello, hey, is there anybody in? Есть кто-либо внутри? И вот, когда кто-то что-то сказал тупое, сделал или сказал тупое. Ладно, поехали дальше. Spy on. To watch secretly. Вот наблюдать за кем-то секретно, тайно. He spies on his neighbors. Он следит, шпионит за его соседями. Эта конструкция передает, что have you been spying on me? Have you been spying on me? Соответственно, за какое-то все это время ты шпионишь за мной. I can't spy on her anymore. It's weird. They asked you to spy on me, didn't they? How could you have some guy you don't even know spy on me? You know the White House advisor? Clinton's campaign guy? You know the White House advisor, ты знаешь. Советник и адвайзер, советник Белого дома. Clinton's campaign guy. Я так понимаю, в предвыборной кампании Клинтона участвовал. The one with the great hair, sexy smile, really cute butt. The one with the great hair, sexy smile, a really cute butt. Тот, который классными волосами. Сексуальной улыбкой, по-настоящему, реально милой, симпатичной попой. Oh, him, the little guy! Oh, I love him! Oh, him, the little guy, I love him. Он, him, маленький. Моника сказала, да, что он small, невысокого роста. Что-то имеется в виду. Я думаю, она больше как ласковое обращение, типа вот этот малыш или молодой паренек, может, или малюсенький парень, не знаю, в общем. Я думаю, это больше ласковое обращение. Обратите внимание, him, она не говорит, oh, he, он. Неформальной речи и вообще как бы в основном они в форме объекта, не субъекта, а объекта используют him. Смотрите. After be we normally use objects pronoun me, her, I, she. То есть possible, but they're very formal and unusual. This is she, например. После be можно использовать she, this is she, но это как бы более формальным считается. И больше this is her. Hello, it's me, not it's I, it's me. That's her in the blue dress. Это она. Ну, that's she можно сказать, да, но опять же это будет очень формально и необычно. Вот другие примеры. Her просто. Me too. Ну вот это, видите, уже формальный стиль идет. Не me too, а I am too, so am I. She did. Не her, а she did. Oh, wait, wait, I see a woman. Tell me it's his mother. Tell me it's his mother. То есть она, Фиби говорит, я вижу женщину, и скажи мне, что это его мать. Definitely not his mother. Oh, no. Definitely not his mother. Определенно, точно. Не мама его. Wait, she's walking across the floor. Она идет по полу. She's walking across the floor. She's walking, she's walking. Она идет, идет. She's going for the pizza. Hey, that's not for you, bitch! She's going for the pizza. Она идет за пиццей. Hey, that's not for you, bitch. Hey, это не для тебя. Здесь, я думаю, слово как тварь можно использовать, стерва. Bitch. Bitch. Female duck имеется в виду сучка, да? Offensive. Offensive way of referring to a woman who you think is unpleasant. Оскорбительный способ обращения к женщине, которая, ты думаешь, неприятна. Вот смотрите, очень удивительно, что 15 значений в словаре Wiki Dictionary. 15. Ну, рассмотрим, когда вот в основном, то я слышал, просто женщина. Bitch — это просто женщина. Может использоваться. Также a man considered weak, feminine, timid or pathetic. Также мужчина, считающий слабым, да, такой женственный, именно жалким способом. Timid, робкий, да. Gay man тоже может использоваться. А вот еще submissive person who does what others want. Покорная личность, которая делает, что другие хотят. Именно это в тюрьме. Помните,
во втором сезоне, когда Фиби Моника с Рэйчел дрались, Фиби их схватила за уши и сказала: «If we were in prison, you guys would be like my bitches». Если бы мы были в тюрьме, вы, ребята, были бы моими шестерками. Ну, вот в этом смысле используется. You know what? If we were in prison, you guys would be like my bitches. Вот так же something unforgiving and unpleasant. Что-то неумолимое и неприятное. Karma's a bitch. Life is a bitch. Я думаю, достаточно. Babes? Yeah. Who's George Snuffleupagus? That's Big Bird's friend. I see pizza! Oh, I want to see. Let me see. Hello? Who are we spying on? You know the White House advisor? Clinton's campaign guy? The one with the great hair, sexy smile, really cute butt. Oh, him, the little guy. Oh, I love him. Oh, wait. Wait, I see a woman. Tell me it's his mother. It's definitely not his mother. Oh, no. Wait, she's walking across the floor. She's walking. She's going for the pizza. Hey, that's not for you, bitch! Ребят, кто досмотрел до конца, не забывайте ставить лайки, это поддержит мой канал. Всем удачи, пока.